Почему Екатерина II так яростно ненавидела своего мужа? Любви между Екатериной и Петром III не было. После рождения наследника, которого забрала Елизавета Петровна, Екатерина осталась предоставлена сама себе. Она забавлялась с Орловым, много читала и ее все устраивало. Но после гибели Елизаветы Петровны все изменилось. Императорская чета переехала в Зимний дворец, и жизнь была стабильна до момента одного из обедов. Петр выкрикнул грязное ругательство, чем оскорбил свою жену. Именно это послужило поводом для мести Екатерины. Она дала согласие на заговор. Орловым удалось подтянуть около 40 офицеров. Екатерина принимает присягу, а уже вечером идет свергать мужа. Узнав об этом, Петр бежал и подписал отречение от престола. Через несколько дней Петр ушел из жизни. Причину его гибели и была ли там замешана Екатерина, мы рассказали в нашем телеграм-канале, ссылка в шапке профиля.